Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Роже де Ла Френе, французский художник, кубист. Ла Френе родился 11 июля 1885 года в Ле-Мане, где временно служил его отец, офицер французской армии. Ла Френе были аристократической семьей, чей родовой дом, замок де Ла Френе, находился в Фалезе. Его образование было классическим, и с 1903 по 1904 год он учился в Академии Жулиана в Париже. А с 1904 по 1908 в Школе изящных искусств. С 1908 года учился в Академии Рансона у Мориса Дени и Поля Сезюе, чье совместное влияние очевидно в его ранних работах. Я зачитываю переводную Википедию. Это демонстрирует сказочную атмосферу символизма и стилистический характер работы группы Наби. В 1909 году Френе отправился в Мюнхен, где познакомился с немецкими экспрессионистами, а затем в 1911 в Северную Италию, где он начал вводить больше кубических и абстрактных элементов в свою собственную живопись. Был членом группы художников «Сексион Диор». Его работы демонстрируют индивидуальный отклик на кубизм. На него оказали влияние Жорж Брак и Пабло Пикассо, но его работы скорее декоративные, чем структурные, а его призматические цвета отражают влияние Роберта Делоне. Он был членом группы Пюто, орфистского ответвления кубизма, возглавляемого Жаком Вийоном. Поступил на службу во французскую армию во время Первой мировой войны. В 1918 художник попал под немецкую газовую атаку и заболел туберкулезом. Был демобилизован в 1918 году. После войны его здоровье ухудшилось. В более поздних картинах, которые он создал, отказывается от кубистического пространственного анализа в пользу более линейного стиля. В 1911 открыл для себя кубизм. Создал крупноформатные многоцветные полотна, наполненные геометрическими элементами, изображающими людей, пейзажи и натюрморты. Первая персональная выставка художника состоялась в Париже в 1914 году. Перестал рисовать в 1922. Де Ла Френе умер в Грассе в 1925 году в возрасте 40 лет. 24 марта 2017 года на аукционе Кристис в Париже был установлен новый рекорд для работы Де Ла Френе, когда его работа «Завоевание воздуха» была продана за 2 миллиона 370 тысяч евро. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике-кубисте Роже де Ла Френе. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.